Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Chewy HiPad Max. И сейчас я вам покажу, как выйти из режима Fast Boot на этом планшете. Итак, мы можем выйти из режима Fast Boot обратно в режим Recovery, либо можем выйти из режима Fast Boot сразу же на главный экран нашего планшета, то есть перезагрузить наш планшет. Для того, чтобы выйти в режим Recovery, опускаемся ниже на Enter Recovery Mode, используем кнопки увеличения и уменьшения громкости для того, чтобы передвигаться, и чтобы подтвердить выбор, используем кнопку блокировки. И таким образом мы возвращаемся в Recovery Mode. Также давайте зайдем еще раз в режим Fast Boot. И для того, чтобы перезагрузить наш планшет, вернуться к работе, выбираем Reboot System Now. И ждем, пока планшет перезагрузится. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.